Перед началом этим видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и перейдите на канал моего друга RBXPiki. Ссылка на его канал в описании. Спасибо, что он поучаствовал в этом видео. Я его изрядно так измучил. Приятного просмотра. Надеюсь, сейчас Пика не умрет. Давай, брат, беги, брат. Ну, а я уже вижу один рычаг. Опять какое-то подземелье. О, Пики, хана, походу, за ним монстр идет. А, я понял, надо... Oh, shit. Here we go again. Тентакли какие-то. Пика, беги! Ай-яй-яй, бежим! Беги! Так, мы активировали 3 рычага. И осталось еще 3. Теперь бежим, бежим, бежим. Вон еще один. Это 4-й уже вроде. Хана, походу. Его съели. Я понял, я просто не буду шуметь. Сейчас угорнем. Пика, смотри. Уии. Пика, главное держаться. Держаться. Не бояться. Держать строй. Ванзола клоун. Как ты через стены ходишь? Чё, как по мне, вроде красивый молодой человек. Сейчас ищем ключи. А много этих ключей? Пойдем, 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 не бойся. Пика, давай иди сюда. О, уже нашел первый. Ля, еще один, фига удача. Нет, о, хрена я удачу вкачал. Нашел. Я вообще кайф, у меня никогда такого не было, что я прям сразу находил. Уйди, я тебя молю, пожалуйста, уйди. Найс, бро. Давай, Пика, пошли. Он не убьет тебя, если в тебя врежется. Сейчас надо нажимать на кнопки. Сейчас надо нажимать на кнопки. Пойдем. Блин, поскорее бы закончить это испытание, потому что оно самое такое, мое нелюбимое и долгое. Все, пролазим. Я ему покажу, где кнопка. А, во, кнопочка. Нажал. Ладно, не получилось. О, Пика сдох. Вот это смешно! Балдежный чай, да что ты там нюха? Ладно. Сдох? Давай, мы почти сделали это. Вот уже выход, его нету сзади. Вот он выход. До него уже почти рукой подать. Ну ладно, не подать еще. Разве что ногой. Ладно, все, тут уже можно пройтись. В общем, дальше мы бегали по пещере где-то лет 30, еле как нашли выход. Но потом в итоге мы все сдохли. Если хотите вторую часть, то не знаю. Это надо уже у Пики спрашивать. Если он согласится, то без Б. Ладно, всем удачи, всем пока.